Кира. Кирочка. Дорогая. Просыпайся. Просыпайся. Угу. Угу. Наконец-то ты проснулась. Доброе утро. Доброе утро. Какая же ты красивая. Ты мое счастье. Ты знаешь? Ну-ка, я сейчас прилягу. Твой примерный муж сходил сегодня утром на рынок, купил цветы, приготовил завтрак и ждет, не дождется, когда его любимая жена накроет на стол. Да. Что да? Я сейчас накрою на стол. Фраза какая-то неполная. Пожалуйста, не расстраивай меня с утра. Я прошу развернутый ответ, милая. Ну, постарайся. Я жду. А ну? Я сейчас встану. И с удовольствием пойду на кухню, приготовлю для нас завтрак, любимый. Только очень быстренько схожу в душик, хорошо? Конечно, конечно, дорогая. Прошу. Спасибо тебе, милый. Но... Дай поцелую. Ехал грек и через реку, видит грека в реке рак. Ух ты! Ну, из-за этого по ночам приходится заниматься. Ну, что ты такой серьезный? То есть ты так решила, да? Посмотри на меня. Ну, дочь, ты даешь. Посмотри график. Это университет или что-то? Ой, какой же ты красивый у меня мальчик. Хочешь котлетку еще? Красивый. Положить? Ма, я уже скоро лопну. Нет, дружочек, мы так не договаривались. Чтобы быть сильным, как Шварценеггер, нужно съедать как минимум 2 котлеты в день. Как минимум, котенька. Фа, я уже и так сильный. Да, прям как терминатор. Чего? Улыбнись, мама. Улыбнись. Вот так. Это одно и то же. Личка, скажи. Конечно. Мой братик Шварценеггер. Сувенирный вариант. Да? Но я чуть не верю. Что? Давай докажу. А ну-ка, Костик. Так. Это серьезное заявление. Подожди. Так, сильнее захватил. Борьба титанов. Считай. 1, 2, 3. Пап. Ну, полегче, полегче, полегче. Ну, не легай так. Папа, нечестно двумя руками. Я ты же... Котик, котик, давай, котик. Давай, котик, сейчас, котик, это, двумя руками сейчас. Доигрались? Мам, извини. Мам, я сейчас, мы не хотели. Не вещи спасли, слава богу. Отвезешь Костика на тренировку? Костя. Па. Это хорош. Зацени фотку. Вот это хорошее. Алло. Так, вот это я удалю. Я не могу, я дома. Ой, какая. Костя, ты что, меня не слышишь? Сможешь отвезти Костеньку на тренировку или я сама? А? Да, я отвезу, конечно. Что-то случилось? Да нет, все в порядке. Но я же вижу. Да так, вспомнилось. Кира, когда уходила, она вино разлила.
Ну ладно, ладно, что я такого сказал? Спасибо за хорошее начало дня. Послушай, это наша дочь, не надо заводиться. А я не завожусь? Да, я вижу. Ты помнишь? Я не помню. Много чести. Уйти из дома к первому встречному мужику и ни разу за 10 лет не навестить родителей. Вычеркнул нас из жизни. Не помню, не знаю и знать не хочу. Мила, она нас из своей жизни не вычеркивала. Хорошо. Мы вычеркнули ее из своей жизни. За распутное поведение, пожалуйста, Костя, давай без этих никому не нужных воспоминаний. Пап, ну действительно, заела как пластинку кира-то, кира-это. А ничего, что она опозорила нашу семью? Лика, все, разговор закончен. Еще поучите меня. Вап! Ладно, давай-ка собирайся, а то ты в институт опоздаешь. Хорошистка. А мы тебя с Костиком довезем, так уж и быть, до троллейбусной остановки. А ничего, что вообще-то сегодня суббота, а я 2 дня дома. Или ты хочешь выпроводить меня в Симферополь? Солнышко мое, я заработался. Кость! А может, вы мне машинку Извини. Купите, раз уж я ваше солнышко? Тогда мне не придется снимать квартиру, я каждый вечер буду возвращаться домой. Машинку. Подумаем насчет машинки. Ну, из-за этого приходится заниматься. Опаздываешь на тренировку. Я готов. А? Готов. Так, смотри, вот здесь чай с лимоном. Да. Сразу после тренировки выпьешь. Хорошо? Хорошо. Ну, все. Да знаем мы все знаем. Выпьем. Алло. Ну все. Ну хватит, хватит. А что за срочность? Хорошо, жди. Всем пока. И на дороге аккуратней, да, пожалуйста. Кость, я тебе запрещаю трогать на тренировке погоду. Он сам ко мне первый лезет. Мамуль, любимая, ну не нервничай. Никто не стоит твоих морщинок. Никто. Эдик. Эдик. Солнышко мое, девочка моя, что бы я без тебя делала? Ой, даже не знаю. Ну все, мамуль, я побежала. А куда ты побежала? Мы же по магазинам собирались. А за мной заехал староста, и мы едем в библиотеку. Но сегодня же суббота, какая библиотека? А староста мальчик или девочка? Мальчик. Это мальчик хороший? Сказать хороший, ничего не сказать. Необыкновенный. Не знаю, я как-то нервничаю сейчас. Мамуль, ну не нервничай. Я же не Кира. Все, давай. Слава богу, не Кира. Ай! Солнышко мое. Костик, нерях. Ты старосту в следующий раз зови к нам на кофе, ладно? Мам, а ничего, если сама это могу сделать? Да нет, я знаю. И староста не герой моего романа. Хорошо. Так что, когда я в кого-нибудь влюблюсь, ты об этом узнаешь первой. Все, люблю. И я тебя люблю. Зонтик будешь брать? Ну какой зонтик, мам? Папа сказал, что дождь закончился. Ну хорошо, хорошо. Все. Будь аккуратней. Все, давай. Давай, давай, давай. Алло. А, Меланья, это ты? Привет. Милый, привет. И чего звоним? А ты помнишь, что у нас сегодня родительский день? Такое не забывается. Я возьму фотки нашего сына. Хочешь? Я хочу, чтобы ты надела мой любимый костюм цвета фукси. Ты меня услышала? Ну все, жди меня. Давай. Доброе утро. Да-да. Николай Павлович, хотел бы у вас планерки отпроситься. Ночка была та еще. Хорошо, хорошо, Сереж, хорошо. Мне уже доложили, операция прошла успешно. Молодец. Ну, да. И? Ну что, банально, больная Синельникова поступила в 12 часов ночи. Общая... Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Общая интоксикация организма была обусловлена признаками панкреатита. Ну, что? Полночи была не жалеть, но, слава богу, откачали. Сейчас находится в реанимации, состояние средней тяжести. Хорошо, здравствуйте, здравствуйте. Ну что, иди отсыпайся, ты заслужил. Молодец. Давай. Спасибо. Давай. Спасибо. А планерка будет? Да. Доброе утро, да, Николай будет Павлович. Планерка. Спасибо за Сажнев. Помощь. Доброе утро. Говорят, ты с матерью квартиру получил. Да, Николай Павлович. Да я поздравляю. Не квартира, а целый хором. Да ты что, да? А сколько ты в своей халупе жил? 20 лет. 20 лет.
Слушай, власти могли бы и раньше раздуплиться. Ну что, и на этом спасибо. Через день из-за Лужты в Алушту гонять не надо. Я пол зарплаты на троллейбус тратил. Конечно. Ну что, уже освоили квартиру, да? Ну, если бы не мамин друг, я думаю, не справились. Вы знаете, он дачу продал втайне от мамы. Молодец. Чтобы нам на ремонт хватило. Молодец. Ну, а вам большое спасибо за возможность моих подработок. Иди отдыхай. Молодец, Серж. До 18, да? Хорошо. Так, все на планерку. Здравствуйте. Здрасте. Опа. Мое почтение, доктор Сэр. Спасибо. Здравия желаю, доктор Веселовский. Доктор Веселовский, я пойду чай приготовлю. Да. Черный или зеленый? Зеленый. Чай. Чай. Ты не исправи. Так, ничего личного. Ты смену сдал? Сдал. Вот и молодец, вот и сдал. Слушай, я пойду посплю, тяжелое было дежурство. Давай. Давай. А хотя подожди, Сажнев, не торопись, а ты деньги на проводы старика сдал? Забыл. А вот зачем нужны друзья, гони 100 рублей. Да-да, я с тебя расплатился. Существенная, я бы сказал, невосполнимая брешь в моем семейном бюджете. Ничего-ничего, потерпишь. А вот она, Куперочка. А, да, кстати, сабантуй сегодня. Черт, хотел выспаться. Ну так выспишься. Начало 18:00. А, и кстати, а когда ты за новоселье будешь вставляться? Хорому все-таки. Новоселье тебе еще подавал. Да. Ну тогда в конце месяца. Ух ты, а ты потянешь? Думаю, да, зря плата, плюс сверхурочная. Ну да, да, наш сверхурочная всегда, всегда вот все решали. Колоссальные деньги, согласен. Всем доброе утро, да. Доктор Веселовский, эй. Доктор Сашинев. Провожаем дедушку до 18. Ну, конечно, до 6 иди. Старика жалко. Слушай, ты не знаешь, что будет вместо него? Ну, не говорят. Может, в конце месяца будет известно, но поговаривают, что протеже самого. Ну, значит, тетка. Ну, не дядька же. Катастрофа. Слушай, сколько у него этих протеже? Полгорода, что ли? Пол полуострова. Все, пошел отсыпаться. Давай, давай, отдыхай, дружище. Пока. Отсыпайся. 6, не забудь. Не забуду. Щепку сними из кулап. Привет. Да, пожалуйста, не волнуйтесь. Мне понятна ваша симптоматика. Приходите ко мне 12-го, и мы все решим. Спасибо, я жду. Ну что? Дорогая, тебе понравился букет? Да, замечательные цветы, спасибо. Подожди, пожалуйста. Кира, отойди, отойди. Сколько раз я говорил тебе, что чашку нельзя ставить в таком положении. Она может упасть и разбиться. Извини, пожалуйста. Ничего. Спасибо. Дорогая, я ставлю тебе за внимание 3. Почему? Все на столе. Еда, приборы, молоко. В твоем любимом молочнике. Да-да, все так. А булочки? Булочки. Булочки. Да-да, булочки. Извини, я забыла. Но они не попались мне на глаза. Правильно. Потому что я... Я их спрятал. Спрятал? Это жестокая шутка. А это не шутка, милая. Вот уже 10 лет, дорогая, 10 долгих, прекрасных лет я прошу тебя об одной элементарной вещи. Утро, молоко и булочка. Извини, куда ты их спрятал? Кого? Никого, а что? Булочки. Булочки? Я положил их в ящик для полотенца.
Приятного аппетита. Спасибо. Это то, о чем я мечтал. Дорогая, как ты спала? Нормально. Это хорошо. Только нормально — это не ответ. Я прошу развернутый ответ. Да. Видишь ли, дело в том, что в течение дня, дорогая, на нас влияет множество самых разных факторов. Самых разнообразных факторов. Специальная музыка, которая стимулирует нас к покупке тех или иных продуктов. Специальный аромат, который заставляет нас чувствовать, волноваться, переживать. Так что ты съела вчера? Милый, ты считаешь, что я съела что-то закодированное? Кира, мед. Это не смешная шутка. Ты приняла таблетки? Приняла. Ты чего трезвонишь? У меня родители дома. Заставляешь себя ждать, кроха. Шевели клешнями быстрее, а то рассержусь. И тебе доброе утро. Угу. И кому не терпится с утра? Да расслабься. Сейчас машину домоют и поедем. Утренний заказ? Куда? Не, не заказ. Ну и? Медосмотр. Что, у кого-то есть вопросы? Вопросы есть у клиента. А ну напомни. Нет, новый. Что-то стоящее? Ну, более чем. В субботу летишь в Монако в составе делегации. Числишься как менеджер по работе с общественностью. Что такое? Ненавижу этих номенклатурщиков. Унылые импотенты. А зачем ему мой медосмотр? Клиент не признает никаких средств защиты. А он примерный семьянин и заботливый отец. Ну, как и все они. Это точно. Требует стопроцентной гарантии. Поэтому едем к его доктору. Говорят, крутой. Принимает только избранных. Да, и... сегодня на всеночную сауну. Подругам, а Монако молчок. Слушай, ну достало уже. Я с шефом договаривалась, что по субботам и воскресеньям в ночи не работаю. Я должна быть дома. И за это, между прочим, я неделю бесплатно отпахала. Послушай, Белоснежка, мое дело маленькое. Шеф сказал, я передал, ты сделала. Не, ну а что поделать, если ты в топе? 8 из 10 хотят тебя. Значит, обойдутся. Не, не получится. Придется попотеть. Не придется. Хлеб у подруг я отбирать не буду. Согласен. Тогда ну, что? Двое особенно настойчивы. Значит, придется уступить. Раз особенно. Ну и что за контингент? Да, все путем. Мажоры. Мальчишник перед свадьбой. Поехали. Перед свадьбой. Значит, будет полный беспредел. Белоснежка, не тормози. Наконец-то машина чистая. В отличие от хозяина. Заткнись.
ты красивая. Сейчас мама придет и тебя купит. И мы пойдем домой. Кирочка! Кира! А дома у меня есть своя комната. Доченька, дочь, ну я же тебе сказала, не уходи далеко. Миленькая, ну куда ж ты ушла? Почему маму не слушаешь? Ну что ты? Положи куколку на место. Нет, это моя кукла. Мамочка, мы доченька, уже подружились. Доченька, пожалуйста, у тебя миллион кукол, у мамы денежек не хватает. Ну, пожалуйста, купи давай, мне. Давай, клади куколку на место, говори, до свидания, пойдем. Кира, прощайся с куколкой. До свидания, подружка. У мамы нет денежек. Но я обязательно приду за тобой в следующий раз. Не грусти без меня. Я скоро вернусь. Пока. Мама, мама, ты где? Я обещаю тебе, что куплю эту куклу, когда смогу. Извините, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. А вы кто? Никто. Я понимаю, что это выглядит немного странным. Кира, я услышал, как твоя подружка плачет, когда ты ушла. И она попросила, чтобы я тебя нашел. Так. Держи. Постойте. Моя кукла, моя кукла. Молодой человек, послушайте, это более чем странно. Откуда вы знаете имя моей дочери? Я сейчас вызову милицию. Я же не сделала ничего плохого. Деточка, что мама говорила? Никогда не разговаривать с незнакомыми дядями и тетями. Ничего у них не брать. Отдай, пожалуйста, дяде куклу. Нет, это моя кукла. А дядя чужой. Отдай ему куклу немедленно. Дядя не чужой, он волшебник. А волшебники чужие не бывают. Какая прелесть. Спасибо. И кукла моя. Волшебник, да? Я сказала, заберите это. Пока, Кира. Нам не нужен ваш подарок. Помаши волшебнику. Всего доброго. Заберите свою куклу, я сказала. Этот подарок предназначается не вам. Кстати, улыбаться вам идет гораздо больше, чем кремасничать. Всего хорошего. Пока-пока. Так, знаете спасибо что? Спасибо тебе, волшебник. Так, пойдем. Я вообще тобой очень недовольна. Ты сегодня потерялся в магазине. Этот дядя может оказаться вообще не поймет. Вот ты взяла у него, а мы же не знаем, кто он. Крошка? Да, милый. Крошка, ты же знаешь, как меня раздражают крошки. Но она же микроскопическая. Дорогая моя, все в этой жизни начинается с микроскопического. Самые ужасные человеческие пороки тоже начинаются с микроскопического. Кому как не тебе это знать. Дорогая, ты знаешь, у меня родилась идея. Ты не хочешь поехать на рынок? Зачем? Зачем? Нашим друзьям нужна пища. Ну, а заодно пройдешь сеанс психотерапии. Это как? Как? А ты поедешь туда без такси? Угу. Сначала ты посмотришь на билетершу в переполненной маршрутке. Целыми днями она мотается по городу. Этот домик на колесах, этот маленький домик на колесах, почти ее дом, она в нем живет. Зимой он холодный, как холодильник, летом он душный, как парилка. Целый день ее окружают тысячу людей, не очень свежих людей, угу, которые толкаются, норовят проехать без билетика. А потом ты выйдешь из маршрутки и пешком пойдешь на рынок. Угу. Ты посмотришь там на торговок. На торговок, которые целый день в любую кирочку, непогоду
продают всякую ерунду. Они, кстати, тоже живут, практически живут в этих ужасных палатках. И что, я должна их пожалеть? Нет, что ты, дорогая, ты должна порадоваться, что ты не на их месте. А потом ты найдешь 10 отличий из своей жизни. Хорошо. Хорошо. Только, Кира, прядь. Прости, пожалуйста. Ну, дорогие мои. Как вы спали? Как вы спали? Салют, док. Вы ко мне? Да. Вам звонили из Монако. По поводу Монако. Я там телочку привел. Надо клеймо поставить. 2 часа опоздания. Ну, наша Белоснежка капуша. Если бы не мой клиент, я бы отправил вашу Белоснежку в поликлинику, в общественную грязь. Где она? Я сейчас. Здрасте, доктор. Живей, живей. Время – деньги. У вас тоже почасовая оплата, как и у нас? Круто. У меня поминутная. И твоя минута уже истекла. Так что снимай трусы и в кресло. Быстро. Грубо, доктор. А внешне складывается впечатление аристократа. Че смотрим? Очки не запотеют? Так работа у меня такая, смотреть. Леди, прошу вас. Просить будешь у своей жены. Смело. Красивые трусики из новой коллекции. Что случилось? Пациентка, куда вы? Пошел ты! Как дела? Родила. Ясно. Ничего себе скорость. Ну так как, док, все нормально? Ваша Белоснежка отказалась от осмотра, и теперь ваше агентство я заношу в черный список и выставляю штраф. Вы, наверное, не поняли, с кем имеете дело. Соответственно, резюме получат и клиенты. Док, сейчас, секунду. Ты что творишь? А ну пошла, быстро. Пусти. Давай в кресло, а то прибью. Все путем, док. Белоснежка готова к осмотру и просит прощения. Леди пока не прощена. Не прощена? Терпеть не могу хамство. А она сегодня придет к вам и будет извиняться столько, сколько вы захотите. Да? Да, Белоснежка? Ты что, забыл, что у меня сегодня сауна? Сам говорил, что я в топе, так что я себя не клонирую. Заткнись. Ну так как, док, договорились? И когда у леди сауна? Ну, всеночная. Жирный заказ. Мальчишник перед свадьбой. 12 разгневных мужчин? Не, 11. 10. Это фильм такой, дебил и пьеса. 12 разгневанных мужчин. Ух ты, браво, браво. Не ожидал. Леди разрушает миф о глупости блондинок. Очень остроумно. Так, не будем лишать жениха удовольствия. Меня устроит время между полдником и ужином. Заметано. Раздеваемся. Раздеваемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, давай. В нашем полку прибыло? К стене, Стар! А где хозяева? Да за пол-литра пошли. Осторожно, а? Ноги! Пошли за комодом. Рата, подъем! Хватит орать. Что случилось? Сережа!
Быстрее, быстрее! Серега! Ну, дай джинсы! Держи, одевайся! Там. В тапочке? Боже, дурак, ты Сережа, а? Слушай, может, хватит ну, заниматься ерундой, а? Не проспать! Боже, как стыдно! А что, Серега у нас? Позорище! Несовершеннолетний, да? В возрасте, ну, скажи, вот это прямо сейчас нужно обсуждать, а? А когда? Может, поженимся в конце концов? А ты, Сережа, подумал? 10 лет, слышу одно и то же. Сережа то, Сережа это. Можно и сейчас. А когда? Ёжик, Сережек. Иду, иду! Привет, мам. О, привет. Чего так долго не открывала? Что, ключи опять забыл? Да ну, сначала не услышала, потом пока добежала. Ну и завтрак готовила. Ну, а у тебя как, Ёжик, Сережа? Да как всегда, нормально. Как дежурство? Сложное было? Была тяжелая больная, но мы справились. Завтракать будешь? С удовольствием. Голодный как зверь. Держи. Здесь свежее молоко и сметана. Только сегодня привезли. Вот молодец, что купил. Спасибо. Егор Александрович, доброе утро. Здорово, Серега. Рад видеть. Прохладно что-то. Простите. Вот, видишь. А мы вот тут с твоей мамой решили чайку попить. А чего же не попили, если решили? Да попьешь тут. Ну что там? На дежурстве-то? Да ничего. Нормально, как всегда. Угу, понятно. А у меня вылет сегодня вечером. В Амстердам. О! Пора бежать. Куда же вы? Давайте хоть позавтракаем вместе. А, по дороге перекушу. Давай. Я провожу, подожди. Ань, закрой, пожалуйста, дверь. Ну что, что замуж пойдешь за меня? Неделю срока даю на размышления. Можно не сейчас, а? Эскулап, маму береги. Всего доброго. Ёлки-палки. Забыл совершенно. А кто это? Это дочь Егора. Представляешь, 10 лет молчала и вот. Видишь, вот эта вот внучка. Представляешь, какая большая? Вот. А вот это... Слушай, по-моему, ждут пополнения. Строят дом в Хайфе. Ну, в общем, все у них чудесное. Зовут его в гости. А, сырники! Зовут Егора в гости. Круто. Сырники. Так. Так, осторожно, горячо. Когда ты сырники успела приготовить? Успела. Слушай, варенье хочешь? Егор Александрович принес клубничное. Ну, если Егор Александрович, то буду. А что так иронично? Мам, ну что вы как маленький, ей-богу, поженились бы уже. С кем? Какая-то у меня замечательная актриса. Не догадываешься? Ума не приложу. С ЕА. Ха, какой умный. А что это мы должны жениться? Мы с ним просто друзья. Друзья. Ага. Вот что, друзья. У вас какая-то программа «Спокойной ночи, малыши» получается. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ладно, ладно. Честное слово. Ты лучше скажи, когда ты женишься. Так, эта тема закрыта и не открывается. Вкусно. Сергей, ну в конце концов это глупо. За 10 лет такое количество чудных невест подросло. Ну и я бабушкой хочу уже быть. А? Мам, закончили. Я пойду посплю немного, а то мне вечером опять в больницу. Опять дополнительное дежурство взял? Не дежурство, сабантуй. Провожаем старика на пенсию. Спасибо. На пенсию? Что, уже?
Боже мой, сколько лет пролетело. Другу Егору Александровичу особая благодарность за варенье. Иди уже. Как всегда. Ой. Давай быстрее шмотки бери, я тебя жду. Я вообще не могу понять, зачем ты подогнал меня этому уроду. Мне сегодня еще всю ночь работать. Я сказал, быстрее давай. Бегом. Но сначала родакам при мне позвони, чтобы не свалило. Алло, пап, привет. Слушай, мама что-то трубку не берет. Меня сегодня срочно в Симферополь вызывают. Да, у меня зачет. Завтра утром приеду. Меня староста привезет. Все, пока. Доволен? Да. Без любви пропаду, видит Бог, я заплачу и умру здесь у ваших ног. Один скромный поцелуй, знак моей любви. Не в то черную тоской буду я. Она мне потом проверяет. Простите, а у вас есть второе издание? Сейчас нет. Обещали на следующей неделе. Приходите. Девушка, посмотрите, да, пожалуйста, книгу «Поэзия счастья». Нет, девушка, вы уже третий раз спрашиваете. Знаю, ну, пожалуйста. Автор-то кто? Автор я, Алена Киреева. Киреева. Поэзия молодых авторов. Да, Алена Киреева. Вот, смотрите, там должна быть такая вот обложечка. Посмотрите, пожалуйста. Лена. У вас должно быть три сборника, это точно. Лена! Что? Лена Киреева! Да. Ну это же я! Я Кира Арсеньева! Кирка? Ну, конечно! Кирка, это ты, Анна! С ума сойти! Кирка, моя хорошая! Ну как ты, что ты? Слушай, как же я рада тебя видеть! Какая же ты красотка! Бог ты мой, как же классно! Фу, зачем тебе эти крысы? Это не крыса, мышь! Да какая разница? Слушай, Кирюш, слушай, давай куда-нибудь зайдем, посидим, отметим нашу встречу. Ну, конечно, давай, конечно, только... Две подружки-лягушки. Мне, к сожалению, надо. Домой будет через два часа. Да плевать, какое домой, мы с тобой столько лет не виделись. Вот эту девушку вы, наверное, искали. Да, вот эта книга, сколько она стоит? 15 гривен. А я стою, смотрю, еще бы 10 лет прошло. Ты это или не ты? Ну что, ну что? Пожалуйста. С тех пор, как спрыгнула с этого чертового колеса, исчезла и забыла подругу. Забыли. Просто как в воду канула. Как у тебя дела? Кирюха, как а же это рада тебя видеть. Кирочка, Кира, ответь маме. Доченька, ответь маме. Кирочка, Кира, доча, ты меня слышишь? Кирочка, доченька, доченька, открой маме. Старику привет, не задерживайся. Там есть такая кнопочка. Не пугай меня, доченька. Смотри, что же делать? Ты слышишь меня? Кира! Что-нибудь случилось? Да у меня дочка там закрылась. Вы на что, преследуете? Что вам от нас нужно? Не поверите, моя квартира напротив, я здесь живу. А где Кира? Господи, какой кошмар. Где Кира? Да, да она здесь, в квартире, и ключи там. Господи, я сейчас с ума сойду, у нас все окна открыты, вы понимаете? Не кричите, вы можете ее напугать. Спокойно, подождите, спокойно, у вас балкон открыт. Я не знаю, я не помню. Thank you.
Сереж, что? Соседская малышка закрылась в квартире, мне надо ей помочь. Добрый день. Проходите, проходите. Спасибо. Сережа, ты что, забираешься через балкон?